Вот мы и вернулись туда, откуда все началось. От этого небольшого пруда. Можно заметить различные круги на воде. Это плавают жабоньки. Кстати, одну жабоньку я вижу прямо сейчас. И не в воде, а вот на суше. Он как-то она сливается с травкой. Зеленый и салатовенький, а рядом с березкой. А вот и наши жабоньки. Как я и обещал, я их выпущу. Выпустим мы их туда, откуда взяли. Буквально от с этого места. Погода пасмурная, и очень скоро наверняка будет очередной дождик. Вот. Последний взгляд на наших милых серых жабонек. И даем им вылезти. Одна жабонька устремилась вверх, а вторая пока так и осталась в коробочке. Все, время прощаться с жабоньками. Все, теперь они могут, например, забраться в траву или пойти еще куда-нибудь. Здесь мы оставим, кстати, и мох. Пускай немножко поплавает. Все. Что ж мы усвоили из всего этого приключения маленького? То, что жабы – это не лягушки. Хоть это и родственные друг другу виды. И хоть у жаб немного дурная слава, все мифы о том, что после прикосновения к жабе останутся бородавки, остаются мифами. Но еще также узнали, что они очень полезны для экосистемы, где живут. Что ж, на этом приключение жабок заканчивается.